с очень неблагоприятные погодные условия, необходимо о чем предупредить сочинцев и гостей курорта. Проведена в городе КЧС комиссия по чрезвычайным ситуациям. Четко поставлена главой города задача. Силы и средства действуют и функционируют в режиме повышенной готовности. Исходя из вышеизложенного, хотелось бы обратиться к жителям и гостям нашего города, быть внимательными, следить за метеосводкой. Хотелось бы, чтобы наши отдыхающие жители не находились в это время на пляжных территориях. С туристических маршрутов желательно уйти на базы, где они откуда стартуют и выходят. Мы не снимаем особый противопожарный режим, дождь закончится, у нас быстро температура повысится и опять будет сухо. В городе созданы пожарные добровольные дружины. Какая их задача? Совместно с добровольцами оборудовали порядка 40 с лишним подъездных путей к водозабору. Это большая работа. Добровольно-пожарные дружины, добровольно-пожарные команды, в том числе переоснащаем их. Но надо понимать, что все пожары, 99% происходит по вине человека.